Шествие на День города должно запомниться ивановцам на целый год. Показать нужно все достижения, похвастаться успехами, продемонстрировать, какие все дружные и веселые. К шествию горожане начали готовиться с 11 утра, собирались на Шереметьевском проспекте и репетировали выступления. Идти всего ничего до площади Революции, а показать хочется так много. Поэтому в шествии принимают участие ребята в красивой наглаженной форме, в спортивных одеяниях, обязательно с шариками и транспарантами. Каждая группа старается выделиться, сделать так, чтобы запомнили только их. Мы представляем благотворительный городской марафон «Ты нам нужен». День города вообще очень веселое мероприятие, все улыбаются, позитив. Мы представляем свой клуб «Любитель бега автокранов», наши знаменитые, которые не только в Иванове, в Ивановской области, но и по России, и за рубежом. Наши – это сверхмарафонцы, ребята. А сюда мы не можем это обойти, этот праздник, потому что город – это молодежь, это спорт, и поэтому мы всегда своим клубом здесь выступаем. На площади очень многолюдно. Праздничные слова от первых лиц города и музыка. В этот день все поздравляют друг друга со 142-м днем рождения Иванова. Тщательно продумана и отрепетирована концертная программа. Все должно идти по плану. В шоу принимают участие ивановцы от мала до велика. Мы молоды, а это значит, что самые яркие страницы истории областного центра пишутся именно сейчас нами. Нашими современниками. Мы гордимся своими земляками, тружениками, героями, творцами. Не подвела и погода. Перед началом шествия срывался дождь, но, кажется, ивановцы разогнали тучи своими улыбками и хорошим настроением. Слишком обширная программа на это торжество, чтобы сидеть дома или прятаться под зонтами. Мы с Ванюшкой, с сынишкой, пойдем сейчас после парада в сквер у цирка. Мы там любим посещать город мастеров. Обязательно какие-то поделки приобретаем. Вот, и думаем посетить салют. Ну, посетим то, на что хватит сил. Самым зрелищным, без преувеличения, моментом шествия стало выступление Ивановского противопожарного института. Ребята замыкали колонну. Неожиданно машиной, на которой ехали спасатели, утонула в пене огнетушителей. Ивановцы и гости города, их сегодня как никогда много, пришли в восторг. Фишки этого торжества рискуют остаться в памяти не только на год, но и на всю жизнь. Мария Авдеева, Олег Милехин, РТВ Иваново.